Эстафета Победы стартовала 5 февраля одновременно в белорусском Бресте и российском Мурманске. По каждому маршруту пронесут единый символ эстафеты – знак пограничного столба с георгиевской лентой. Это нужно, потому что эта память нас объединяет. Наш народ крепче становится, сильнее. Особенно в это время, когда нацизм поднимает голову. Это же понятно. Вот. Когда всякие фальсификации по поводу истории войны, истории победы. Уважаемые ветераны, ваши судьбы, ваши подвиги – это самый лучший пример молодому поколению. Нам есть чем гордиться. Нам есть что помнить, нам есть что беречь. Спасибо вам за это. Участников войны становится все меньше и меньше. А память необходимо о той войне сохранить. Не только просто память о войне, а важно сохранить о людях, которые защитили нашу Родину и дали нам возможность сегодня жить. Чтобы сохранить память о героической борьбе народов против фашизма, эстафета пройдет по территории 9 стран СНГ – России, Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Киргизии и Армении. Во время пути будут проведены митинги и уроки мужества. Завершится патриотическая акция в мае в Москве на Поклонной горе. Эдуард Иванов, Андрей Доржу, РТС.